Всем привет, дорогие зрители! Нашел роскошную квартиру в элитном комплексе Карпенджаки, почти на первой линии моря. Я здесь уже снимал, у меня была здесь трехкомнатная квартира, но сейчас появилась двухкомнатная обставленная квартирка под ключ. Вот такой бассейн, тут строится какой-то проект, там высокие цены с котлована уже. Так, здесь у нас вот такой просторный бассейн. Также в той стороне детский бассейн, беседочка, ухоженный сад. Состоит она из четырех блоков. Там у нас вход, асфальт, отель Кырбыйык и первая береговая линия. Как бы расстояние отсюда до моря 230 метров с поворотами. А по птичьему полету где-то 100 метров. Так, вот здесь такое лобби у этого блока. Инфраструктура у нас в этой стороне. Я думал, вот отсюда инфраструктура как-то вот облажался. Идемте дальше. Посмотрим, здесь инфраструктура. Да, вот инфраструктура. Айдат у этого проекта 350 лир. Здесь как бы ресторан, мини-бар. Присутствует хамам, сауна, фитнес и крытый бассейн. Вот крытый бассейн. Парень там боксом занимается. Здесь у нас хамам турецкий. Вот такой хамам. Здесь что у нас? Здесь вот такие санузлы. Качественные стройматериалы. Здесь такой проход. Вот такая просторная сауна. Включим. Закроем. Так, и здесь у нас фитнес-зал. Такой. Оттуда вход в резиденцию, охрана, 7/24 видеонаблюдения. Здесь открытая парковка, также вход с этой стороны. Вот отель Кырбыйык. Квартира находится на среднем этаже блока. Так, идемте в лифт. Вот такой лифт. Вот такая лестничная площадка. На этаже у нас 2-4 квартиры. Так, вот это наша квартира, вот такие двери, стеклянные и вот из дерева. Просторная двухкомнатная квартира, где-то здесь 65 квадратметров брутто, а жилая площадь 56-58, она просторная. Закроем двери. Здесь вот такой встроенный шкаф. Вот такие качественные материалы использованы даже в мебели. Все с доводчиками. Присутствует домофон. Вот такая отдельная почти кухня. Бытовая техника. Все бэка. Серого цвета. Гранит столешница. Эта моечка у нас металлическая. Видите, да, какие качественные стройматериалы. Индукционная плита фирмы Профила. Остальное все бэка, также вытяжка. Вот такие шкафчики. Пардон. Все с доводчиками. Также эта квартира, хотел сказать, что продается, но также она сдается в аренду. Подробную информацию обращайтесь по номеру, который указан в описании. У нас кондиционер фирмы Бека, инверторная. Вот. Интернет включен в Айдат. Не нужно переплачивать. Здесь у нас вот такой санузел. Проточный водонагреватель фирмы Вейто. Душевая кабинка вот такая просторная.
Стоит у нас тут стиральная машинка фирмы Бека. Вот такие стройматериалы. Здесь у нас просторная спальня, приблизительно 14 квадратных метров, даже 15 скажу, просторно. Платяной шкаф. Алюминиевые окна, термопакет. Вот такой вид с окна. Море у нас в той стороне. Также Мигржет впереди магазин. И рестораны, кафе, все присутствует. Позади меня, вот в этой стороне, в той стороне магазин А101. Пляжи в Каркаджаке все как бы хорошие. Хочу подвести итог. Значит, проект был сдан в этом году. Квартира находится на среднем этаже этого проекта. Айдат тут 350 лир. Также интернет включен в этот Айдат. Не нужно переплачивать ничего. Продается в таком состоянии. Также она сдается в аренду. Вы можете также взять в аренду, пожить месяц, месячная аренда. А потом, если пожелаете, можете ее купить. Цена этой квартиры 103 тысячи. Евро, дорогие зрители. Если вам понравилась эта квартира, этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Все, с вами был мистер Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.